Привет, дорогие друзья, подписчики и просто зрители моего канала. Сегодня, как вы знаете, 31 декабря, а значит, наступает новый 2017 год. С чем искренне я вас и хотел поздравить. Желаю вам счастья, здоровья, побольше успехов в новом году. Я уверен, что в новом году китайцы нас порадуют новыми гаджетами, очень интересными смартфонами. И, естественно, я буду продолжать снимать видео про новые смартфоны и буду стараться сделать свой контент еще лучше, еще интересней. И хотел бы сказать спасибо всем своим зрителям, потому что мне очень приятно, что мой канал в этом году действительно стало много людей смотреть. До этого я снимал на телефон, в этом году я купил себе камеру, улучшил качество контента. В августе месяце я купил себе компьютер, чтобы монтировать свои ролики, заниматься YouTube уже более основательно. И сейчас не жалею об этом, потому что действительно отдача есть и отдача очень хорошая. Спасибо всем, кто поддерживает меня, ставит лайки, пишет положительные комментарии. Без вас мой канал бы не развивался такими темпами. Еще раз огромное вам за это спасибо. С Новым годом! Желаю вам хорошо провести эти праздничные дни. Всем пока, всем спасибо за просмотр. С вами был Дима.